Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює», студія Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Як завжди, в понеділок ми говоримо про наше здоров'я, адже це найголовніший фактор, без якого ми не можемо будувати якісь плани на майбутнє. Сьогодні в нашій студії Олександр Іванович Неділєв, це лікар-хірург-подолог. Доброго дня вам. Доброго дня. Олександр Іванович, розпочну з самих простих питань, як пересічний глядач, тому що, напевно, мало хто з глядачів знає, хто такий лікар-подолог, навіть якщо стикалися з вашою професією, але не знають, що це за назва, що це за хірург. Врач-подолог – одна із таких більш-менш вже сучасних професій, професія, яка включає в себе знання о стопі, тобто врач, який кумулює в себе поняття артрологии, понятия травматологии, сосудистой хирургии, флебологии, как врач-дерматолог, врач-эндокринолог, врач-хирург, гастрологический хирург, то есть доктор, который непосредственно занимается всеми проблемами, заболеваниями пальцев, стопы, голени, суставов. Тобто це таке узкоспеціалізована направленість, але яка вимагає знання загальних. Доволі таки обширних моментів. Та тема, на яку говоримо ми сьогодні, про яку, це діабетична стопа. Діабет нам знайоме, і те, що ви займаєтеся також суто цією проблемою. Отже, звідки виникає такий діагноз і наскільки він поширений сьогодні? Диабетическая стопа. Диабетическая стопа – это одно из осложнений. Осложнение довольно-таки грозного на данный момент заболевания. Заболевание как сахарный диабет. В мире практически 400 миллионов больных с сахарным диабетом. По, как говорится, неутешающим моментам, где-то к 2020 году таких больных будет насчитываться уже практически 500 миллионов. И одно из самых грозных осложнений – это синдром диабетической стопы. Синдром диабетической стопы – это язва или деформация на стопе, которая возникает при нарушении микроциркуляции, нарушении иннервации, поражении костей и суставов, которые возникают на фоне сахарного диабета, на фоне Через осложнения. Через який час після захворювання на цукровий діабет виникає таке ускладнення? Очень интересный вопрос. Через какое время? Обычно время, которое является уже упущенным на данный момент. То есть язва – это поражение доктора, который занимается диабетической стопой. То есть почему возникают различные осложнения на фоне сахарного диабета? Неконтролируемая гликемия, неконтролируемый сахар может привести к нарушению, поражению иннервации, да, иннервации стопы. Человек перестает чувствовать какие-то определенные участки на стопе, что может привести к появлению различных групп натоптышей, мозолей, может неправильно подбираться обувь. Вот эти участки трения, участки давления и вызывает появление таких язв, которые не дай бог... Чекайте, тобто до диабетичної стопи людина може дожити, навіть не підозрюючи, що в нього є діабет? Інших проявлень може не бути? Смотрите, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что на фоне нарушения чувствительности, да, на фоне нарушения чувствительности, и вот это нарушение чувствительности, это тот момент, который заставляет больного обратиться к доктору. Но это говорит нам о том, что сахарный диабет может быть уже несколько лет до нарушения чувствительности. А пациент этого не знает, например, так? Пациент может просто не обращать на это внимания. То есть какие-то онемения, жжения, покалывания, пациент ощущает какие-то мурашки на ножках, судороги, которые часто возникают в ночное время суток. То есть это те моменты, которые заставляют обратиться к доктору, да? Но это те моменты, которые говорят нам о том, что сахарный диабет протекает уже довольно-таки длительно. И не просто протекает, а протекает неправильно. То есть имеются какие-то проблемы с уровнем сахара, с колебаниями. А ті натоптиші, мозолі, про які ви казали, адже більшість їх сприймає як просто косметичну проблему.
Але ніколи не, ну, дуже рідко замислюються над тим, що проблема може бути десь всередині глибоко і пов'язана саме з тим, що ви кажете, з діабетом. Для цього існують доктора-патологи, доктора, які займаються такими проблемами. Тобто я призываю больных, как говорится, обращаться за консультацией, не стесняться, потому что стопа, на самом деле, это такой суто интимный вопрос. Не все хотят обнажать свои ноги на осмотре у доктора, доктора-эндокринолога. Люди стесняются, хотя имеют довольно-таки серьезные проблемы, которые могут привести к образованию. Хоча стопа может, виявляється, багато розповісти, так, вигляд стопи про стан здоровья людей. Конечно, если в общем судить о стопе, то ведь не только сахарный диабет, да, и осложнения его диабетической стопы могут вызывать какие-то изменения на стопе. Но стопа – это очень интересный орган, орган, который поддерживает нас в пространстве. То есть человек, как вам объяснить, человек – существо прямоходящее. Поэтому весь вес переносится и на стопу, которая имеет свойства различные амортизирующие, то есть какие-то, например, проблемы с суставами, да, деформация суставов, которые переносят наш центр тяжести, проблемы с позвоночником, даже вес, возраст – это то, что может изменить, как говорится, биомеханику стопы. Изменяя биомеханику стопы, мы получаем точки, прессорные точки, на которых идет давление, да, более выраженное нагрубение, и что может привести к язвообразованию даже не только на фоне сахарного диабета. Угу. Повернемося до діабету і до стопи діабетичної. Отже, якщо навіть людина вже запустила до такого часу, що потрапила до вас як до лікаря з тими самими язвами, деформаціями і всім іншим, після того, як поставлено діагноз, що це діабет, що це діабетична стопа, дуже важко люди сприймають цей діагноз і як з ним потім жити, що робити? Смотрите, на фоне сахарного диабета поражаются в основном длинные волокна, волокна чувствительные, которые лишают больного чувствительности. И даже пациенты, которые ко мне приходят уже с язвами, они их не ощущают. В этом есть интересная особенность, которая влияет на психоэмоциональное состояние больного. Угу. Тобто им не болит? Им не болит. Им не болит, и они не всегда адекватно относятся к своему здоровью, не обращают внимания на такие для них мелочи. То есть не болит, можно далее ходить, жить и спокойно, ничего не делать? Да, но это язва. Язва, которая является открытыми воротами для инфекции. А инфекция, не дай бог, при неправильном лечении, либо не лечении, приведет просто к ампутации. Ну, если я так понимаю, я не медик, так? Но я понимаю, что язва – это рана. Діабет – це погано, це рани, що погано заживають, і такий ланцюг, такий замкнений виходить, що через діабет виникають язви, язви погано заживають через те, що діабет. Боротися з язвами можна. Боротися з язвами можна, цим займається якраз доктор-патолог при адекватній, як говориться, компенсации сахарного диабета, при адекватном лечении, профилактике, может быть, даже где-то разгрузки стопы, то есть исключить прессорность на данный участок, адекватная обработка, адекватный уход, возможность пациента не только слушать, а слышать врача, это может привести и к заживлению язвы. С чего начинаете терапию? С того, что треба нормализовать цукор, да, в крови? Да, абсолютно верно. Сначала это нормализация гликемии, затем в зависимости от формы диабетической стопы, ведь у нас существует три формы диабетической стопы. Первая форма нейропатическая, она представляет собой практически 70% из всех заболеваний данного рода. Возникает, это длительный диабет,
Это довольно-таки длительный диабет, диабет, который вызывает как раз и разрушение вот этих повреждений, этих волокон чувствительных, то есть больные приходят с язвами, которые не ощущают. Следующая форма – это ишемическая, здесь идет больше поражение сосудов. На данной форме больные ощущают свои язвы, ощущают боль в ногах. И третья форма – это смешанная нейроишемическая, 20% из всего заболевания на фоне сахарного диабета и осложнений, такие как диабетическая стопа. В зависимости, я прошу прощения, перебью, да, в зависимости от вот этих форм и назначается лечение. Крім того, що нормалізується, що включає в себе цей комплекс, що людям потрібно пам'ятати, коли вони лікують такий діагноз разом з вами? Які помилки приводять до того, що рано чи пізно наступає ампутація стопи? Длительное давление на эту язву, неадекватный уход и, ну, смотрите, есть, для этого есть доктор-подолог. Доктор-подолог, который непосредственно, учитывая форму, учитывая стадию раны, занимается лечением, профилактикой. Слушай, доктор. Як ви, як лікар, ставитесь до народних засобів, які дуже часто в нас перепробують всі, перш ніж звернутися до лікаря, адже особливо інтернет. Раніше в нас ворогом лікарів була тільки газета «Бабуся», в якій там народні засоби всілякі друкувалися. Тепер у нас є інтернет. І більшість людей, особливо тих, хто полюбляє народні засоби, вони все-таки мають доступ до інтернету і лікуються. А там на кожному кроці лікуємо діабет без лік. Там лікуємо, наприклад, діабетичну стопу без лікаря, без операційних втручань і всього іншого. Чи бувають такі випадки, коли люди все ж таки доводять до того, за допомогою цих народних засобів, що вже повернути нічого неможливо? Довольно таки часто явлення. Довольно-таки частое явление. Больные ко мне приходят после длительной народной медицины. Что не есть правильно, я вам так скажу. Народная медицина не сможет адекватно даже на уровне стабилизации сахара повлиять на здоровье человека. Здесь должен быть квалифицированный врач, врач, который сможет подобрать то лечение, которое позволит стабилизировать сахар. Это самая основная задача, самый основной момент. С точки зрения хирурга-подолога язву нужно разгрузить. Розгрузити це як? Від навантаження чи, від навантаження. Чи якось її ще обробляти особливо? Опять же, що касається хірургічної обробки, существует несколько етапів рани, і самостоятельно лезть в рану не нужно. Да, для этого есть доктор-хирург, который видит, на каком этапе находится язва, освобождая ее от каких-то гиперкератозов, некрозов, инфекции, промывая, и просто так сказать, чем лечить, невозможно. Нужно видеть рану, нужно видеть процесс, нужно видеть, на какой стадии рана находится. Только тогда это может привести к лечению и излечению. Излечению осложнения, но не сахарного диабета, к сожалению. Полностью можливо вылікувати диабетичную стопу? Да, полностью возможно. Полностью возможно вылечить диабетическую стопу, ведь сам диагноз диабетическая стопа, она ставится при наличии каких-то язвенных дефектов. Да, то есть, если убрать язвенный дефект, восстановить целостность стопы, соблюдать правильный уход за стопой, можно, как говорится, и вылечить такое понятие. Який період часу займає лікування? Зависит от человека, зависит от того, насколько он поддается компенсации уровня сахара. Зависит от того, насколько человек тебя слышит и согласен выполнять все рекомендации доктора. Поэтому я не могу сказать, вот 10-20 лет, может и всю жизнь, а может и год. Абсолютно тобто разные случаи бывают. Тобто все одно терпіння якесь потрібно, тому що це не тиждень, не два, не три тижні. Общаясь со своими пацієнтами, я завжди акцентую на це внимание. То есть, глубоко уважаемые пациенты, набирайтесь терпения. Терпение – время.
Якщо доходить до такого не найкращого розвитку подій, так і стопа, одна стопа ампутується. Чи буде повторення на другій стопі? Чи можливо таке, чи не, неможливо? Да, возможно. Если немножко окунуться в статистику, то практически у 80% больных с сахарным диабетом возможно развитие синдрома диабетической стопы. При наличии язвы практически в 15 раз чаще производится ампутация у больных с сахарным диабетом, чем у другого населения. Практически в 2 раза уменьшается длительность жизни пациента на фоне ампутации. В 3 раза вырастает стоимость дальнейшей реабилитации и восстановления при адекватном подходе к лечению, при компенсации сахарного диабета, при соблюдении всех рекомендаций врачей, пациент может на 80% снизить свою вероятность к ампутации. А наскільки відіграє роль незручне взуття, навіть при тому, що наявний діабет? Якщо ви вже так тремтливо ставитеся до стопи, як до такого важливого органу, також це ви над цим працюєте. От наскільки незручне взуття там з дитинства, в дорослому періоді може зіграти роль в тому, що деформація якась або язви на стопах все-таки виникнуть? Неудобная обувь. Неудобная обувь – одна из самых важных, одна из самых первых, одна из самых ярких моментов. То есть, я думаю, все знают о заболеваниях таких, как халюс вальгус – это возникновение косточки. Я думаю, что все многие знают за такие заболевания, как уникокриптоз – это вросшие ногти. Различные деформации, молоточкообразные пальцы – это все то, к чему приводит неправильная обувь. Правильно, тільки тісна взуття, чи якщо воно занадто свободне, то також може щось статися? Да, да, да. Да, если очень свободная обувь, это тоже может привести к каким-то появлениям на момент трения, образования мозолей. Неправильная обувь, неправильное качество обуви, неправильно пошита обувь. Все это может привести к появлению каких-то участков, давления, деформации на стопе. Щодо якості взуття останнім часом, ну, це не секрет ні для кого, тому що рівень життя трішечки знизився, ціни повищилися, і навіть більшість людей, які раніше купували себе тільки шкіряне взуття, бо воно найоптимальніший варіант для стопи, то зараз все ж таки економлять на цьому. І до яких наслідків може привести постійне ношення не штучного взуття, яке не дихає, коли стопа не дихає. До чого це може привести? Очень много заболеваний, очень много проблем может возникнуть на фоне таких вот моментов. То есть это и появление каких-то грибковых осложнений, это и появление деформации стопы, это появление мозолей, натоптыши, ран, язв. И ведь, как вначале я говорил, стопа – это тот орган, который поддерживает нас в пространстве. То есть она реагирует на все изменения в пространстве. Да? То есть и проблемы позвоночника, и проблемы с суставом, но также и врожденные какие-то проблемы со стопой, либо приобретенные на фоне неправильной обуви, будем так это называть, может привести к проблеме с суставами, проблеме с позвоночником и так далее. Скільки наша стопа має відпочивати від нас? Тобто ми її навантажуємо протягом всього дня, ввечері, ми постійно на ногах, або ми, якщо от навіть зараз сидимо... Поэтому возникає актуальність вопроса. Так, от скільки вона має відпочивати від нашої ваги, від наших пересувань, тобто в спокійному стані знаходитись? Ну, опять же, в зависимости от человека, да, в зависимости от веса, в зависимости от обуви, которую мы носим, в зависимости от трудодеятельности, или вы постоянно находитесь на ногах, или у вас сидячий образ жизни, тоже нет каких-то определенных промежутков, да, я вам скажу, там полчаса, например, это же неправильно. Нет, в зависимости от человека, вы должны отдохнуть, должны
Розгрузити стопу. Чи існують у вас, як у лікаря-патолога, якісь рекомендації щодо все-таки догляду за стопою, от, щоб вона відпочила правильно, що ми повинні ввечері обов'язково зробити перед тим, як йти спати? І як ми повинні її розташувати, свою стопу, щоб вона відпочила правильно? Перше, що потрібно зробити, це зняти обув. Да, не, ну спати в суті ми не підемо, це точно. Ну, даже снять обувь, обмыть ноги, просушить их бумажным полотенцем. Есть специальные косметические средства, крема, которые позволяют вести какой-то косметический уход, да, ножки желательно, если вы отдыхаете, ножки желательно поднять вверх, дабы создать некий отток. Да, находились, натрудились, ножки устали, отекли, поэтому должен быть какой-то момент... Тобто положение... Горизонтально, угу. Может, чуть выше. Воно дасть відток крові, і це буде корисно, да, так? Да, если есть какие-то дополнительные заболевания, да, какого-то, например, сосудистого генеза, то и препараты, которые восполняют вот эти все моменты. Якщо навіть немає діабету, але ми відчуваємо все ж таки те саме покалування, заніміння і все інше, це може бути ознакою якихось інших хвороб, які мають викликати насторогу? Абсолютно вірно. Ощущення аніміння, жіння, покалування можуть викликати не тільки сахарний діабет і його ускладнення, але й якісь заболівання сосудів, наприклад, вен. Хронічне заболівання вен, варикоз, да, як раніше це називалось варикоз, це тоже такое заболевание, которое может давать вышеописанные вот эти все жалобы. И ножки могут отекать, и непонятное ощущение возникновения судорог. Если ножки часто замерзают, да, стоит обратиться к доктору ангиохирургу, например, который может диагностировать какие-то заболевания артерий. Да, угу. То есть атеросклероз. Если постоянно холодные ноги, например. Да, если постоянно ножки холодные, вы не можете их согреть, обратитесь, пожалуйста, к доктору. Может, там действительно скрыто какое-то заболевание артерий, например, артеросклероз. То есть это целая наука, ничего не бывает просто так, так? До всех своих ощущений треба прислуховываться. Всегда есть какая-то причина. Если есть какие-то изменения, которые вас волнуют, всегда лучше обратиться к доктору, который сможет выявить ту причину, которая вызывает у вас появление вот этих негативных ощущений. Ногах. Угу. То есть это та профилактика нехороших последствий. А что такие в простонародье называются шипы? Что это такое? Да, в простонародье это называется шипы. Это плантарный фасциит. Плантарный фасциит возникает в месте прикрепления плантарной фасции к пяточному бугру. При неадекватной нагрузке на стопу, при каких-то заболеваниях, при несоблюдении каких-то, может быть, гимнастических моментов. То есть вот зарядка, не просто так она придумана. Она придумана для того, чтобы нас подготовить с утра к движению. То есть мы начинаем идти с ног, мы встаем на ноги и идем. Перед тем, как начать работу, всегда лучше провести какую-то гимнастику. Гимнастику, которая направлена на растяжение мышц, голени, да, где существует непосредственно прямая взаимосвязь с плантарной фасцией. И это и есть та вот профилактика появления пяточных шпор плантарного фасциита. Это воспаление. Воспаление в месте прикрепления пяточного бугра к плантарной фасции. А чим, як ви, як лікар-подолог, як ви прокоментуєте таку пораду? Наприклад, я особисто зустрічала таку пораду, щоб прокинутися, якщо ви не можете прокинутися, починаєте своє прокидання з того, що ви починаєте рухати стопою. І тоді легше прокинутися. Да, гімнастику завжди краще починати лежа. Ви проснулись. Вы потянулись, вы растянули ножки, вы начали двигать какие-то движения в виде велосипедика туда-сюда, стопой. Затем вы встали, потянулись, растянулись, открыли окно, свежий воздух зашел. И начиная свой день так, вы ощутите прилив бодрости, энергии, и этим самым вы обезопасите себя от различных проблем со стопой, в том числе.
Дякую вам за те, що сьогодні нам надали таку корисну інформацію, адже ми тепер знаємо, що стопа – це дуже важливий орган в нашому тілі, і від нього багато залежить. Якщо ви будете прокидатися з того, що не відкриваєте очі, а шевелити стопами, це дасть вам заряд енергії. Тим, хто важко прокидається, знайте надалі. З нами сьогодні був Неділєв Олександр Іванович, це лікар-хірург-подолог. Дякую вам ще раз. Бажаю нашим глядачам здоров'я, щоб ваші ноги не боліли, а голова була ясною. До побачення, до нових зустрічей. До побачення.